Сами за себя начали действовать новые правила благоустройства города. Теперь каждый собственник убирает только ту землю, которая находится в его собственности. Если раньше владелец участка был обязан убирать еще и 30 метров прилегающей территории, то теперь эти полномочия перешли к городской администрации. В том числе под уборкой в зимнее время понимается как очистка от снега, так и устранение скользкости. Однако резкого роста обязанностей, а значит и затрат на комбинат по благоустройству, пока не прогнозируют. Если комбинат будет убираться по требованию, то собственники земли должны это делать ежедневно. На сегодняшний день требования по содержанию в чистоте и порядке собственной территории – это обязанность ежедневная. То есть собственник собственной территории, имея в собственности независимый, там, будь то магазин, будь то организация, либо индивидуальный предприниматель, физическое лицо, земельный участок должен содержаться в чистоте и порядке. Данное требование, оно касается именно и уборки ежедневно. Например, нельзя, чтобы скользкими или замусоренными были ступеньки магазина, учреждения и так далее. То же самое касается и частных владений, и придомовой территории общего пользования. За невыполнение требований собственникам земли грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.